В этом году новую детскую площадку в парке Зернова все-таки достроят. Как заверил депутатов директор департамента архитектуры и градостроительства Михаил Кашпаев, недостающие МАФы завезут в Саров уже в ближайшую пятницу, 7 декабря. Для завершения работ их останется только установить. То, что мы отдаем отчеты в правительство Нижегородской области, что у нас 20 декабря – это самый последний срок, мы так и, в общем, настроены. То есть 20 декабря мы эти работы полностью завершим, и все деньги будут освоены. Детская площадка должна была быть сдана к середине сентября. Все основные работы при соблюдении сроков были бы выполнены в теплое время года. Депутаты высказали опасения, как скажется строительство при минусовых температурах на качестве и долговечности площадки. Сейчас основные работы – это установка МАФ, потому что там посадка этих растений, устройство дорожно-тропиночной сети, они были завершены в основе своей еще до снега, до холодов. Там на площадках будет покрытие гравий, да, то есть снег почистят, гравий рассыпят, ничего не препятствует. Все фундаменты для установки МАФ тоже были залиты еще до снега, до холодов. Что касается укладки бетона в отрицательную температуру, сейчас позволительно имеются все смеси, которые сейчас поставляют, они поставляются с присадками, которые позволяют выполнять свои функции и набирать свою крепость в отрицательную температуру. Поэтому насчет того, что у нас, будем говорить, все неправильно сделано и не соответствует, здесь не надо это говорить. Будет ли готова детская площадка к новому сроку сдачи, депутаты решили проверить на выездном заседании в парке 19 декабря. А также напомнили, что горят сроки и по сдаче проекта благоустройства парка Зернова в рамках победы в конкурсе «Малые города России». 100 миллионов рублей, выделенные из федерального бюджета Сарову, будут получены, если до конца января следующего года утвержденный проект благоустройства пройдет экспертизу. Сроки не срывали? Сроки по сдаче концепции были 30 ноября, но как бы сейчас уже идет доработка и параллельно разработка рабочей документации, потому что многие моменты уже, в общем-то, понятны. Там лестницы, входные группы. Поэтому, конечно, опасения есть. Действительно будут наказывать рублем. И если мы вовремя не в рамках этой дорожной карты не предоставим всю документацию, соответственно, нас из этого проекта выкинут, но мы потеряем около 100 миллионов. Это все понимают. Судьбе парка Зернова депутаты решили посвятить отдельное заседание комитетов. Лидия Шулаева, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей, Саров-24.